Каковы последствия для ребенка, которому в роддоме, когда пережимают пуповину раньше, чем из нее перетекла кровь? Такое практикуется, и я заметила, когда попросила показать плаценту после родов, она была полна крови. Какие последствия для ребенка? То можно сказать определенно, то часть ресурса, который мог бы ребенок получить, он не получает. Это вроде того, как ребенка не докормить, либо не долюбить, либо не досогреть. Часть ресурса биоэнергетического, который мог получить, до него не дошло.